В Белостоке эвакуируют 10 тысяч человек из-за бомбы времен Второй мировой войны. Свои дома покидают и жители близлежащих поселков. Немецкий авиационный снаряд весом 500 килограммов обнаружен в ходе дорожных работ. Саперы погрузят его на специальную платформу и вывезут на полигон, где затем подорвут. Ранее в немецком Ганновере также из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали 50 тысяч человек.